Поздравления принимает Дрозд Александр Иванович. С 60-летием дорогого Александра Ивановича поздравляют жена Регина, дочь Татьяна, зять Юрий, сын Дмитрий, внуки, сестры Валя и Вера, племянники Надежда, Василий и Ксения. У тебя сегодня праздник и при этом юбилей. Так прими же поздравления от родных тебе людей. Живи ты долго, без болезней, без огорчений и тревог, чтоб только радость и удача переступали твой порог. От потерь. Пусть сегодня этот праздник